Новым начальником управления образования администрации Нижнего Тагила назначена Татьяна Удинцева. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев на аппаратном совещании в мэрии. Напомним, ранее Татьяна Удинцева занимала пост заместителя руководителя ведомства. Игорь Юрлов, который возглавлял горупрос 2012 года, написал заявление об увольнении. Сейчас он директор гимназии номер 18.